Мы глубоко обеспокоены мерами в отношении протестующих против законопроекта и действий по его утверждению. Мы в курсе сообщений о росте числа случаев притеснения и применения физической силы к представителям гражданского общества, оппозиционным активистам и журналистам. Мы осуждаем это и призываем немедленно провести полноценное расследование. Соединенные Штаты Америки готовы продолжать взаимодействие с Грузией, но грузинское правительство должно для этого сменить курс. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил о необходимости проведения расследования обстоятельств применения силы к участникам протестов против законопроекта об иноагентах в Грузии. Ожидается, что парламент страны проведет третье и окончательное чтение законопроекта 13 мая. Оппозиция призвала к новой волне массовых протестов с 11 мая.